когда была вот эта вот гонка, либо он, либо, собственно, Хиллари Клинтон, конечно, хотелось, что лучше бы он победил, чем Клинтон, потому что Клинтон, она, в принципе, к России очень негативно относится, вот. Ну, он победил, вот, а сейчас как-то даже странно такое ощущение, что он не особо умный-то, вот, и делает какую-то действительно ерунду. В данный момент немного разочарованность, потому что какая-то неразбериха, почему-то нет у нас дружбы никакой, ни близости, ни взаимопонимания в каких-то вопросах. В общем, хотелось, чтобы было все хорошо. Думаю, что немножко я огорчена и немного надежды поубавилось у меня на какие-то налаживания отношений между нашими странами, но все-таки надеюсь, что внутренне где-то все-таки произойдет какой-то перелом в лучшую сторону.